пожарно-спасательной части номер 53 Северского района обычный день. В 9:34 поступило сообщение о подозрительном предмете, и отделение выехало по адресу. Все как всегда, да не совсем. 2020 год является юбилейным. Юбилейной датой стартовала всероссийская ведомственная акция «30 добрых дел», в рамках которой сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Северского района и сотрудниками Северского пожарно-спасательного гарнизона принято решение провести благотворительную акцию «Стать донорами крови», потому как, жертвуя свою кровь, мы спасаем человеческую жизнь. Также хочется отметить, что количество собранной сегодня крови не случайно и составит 30 литров. Сотрудники ответственно и серьезно подошли к участию в акции. Выполнили все рекомендации врача, заполнили анкеты, сдали кровь из пальца. В коллективе нашлись люди, кто первый раз стал донором крови. Считаю, что быть донором – это очень почетно. Это необходимо для общества в целом. Наша работа вообще связана с тем, что мы обязаны помогать людям. И думаю, вот такой вот, вот таким маленьким жестом мы тоже внесем свой вклад, сделаем какую-то пользу обществу. В непривычно для себя спокойной обстановке, под контролем врачей, в комфортных условиях ребята продолжали привычную для себя работу. Они спасали людей. Ведь порой именно донорская кровь является решающим фактором в сохранении человеческой жизни.